не оскорбляйте женщину. Ну, ну, если она тупая. Владимир Вольфович. Если мозгов нету. Видишь, но началось. Вот видишь, так, вот идиотка, что, убери ее отсюда. Собчак поддержала оставшегося без матери Виторгана. Актер Максим Виторган в Инстаграме почтил память своей матери Аллы Бастер, 19 лет назад скончавшейся от рака. Виторган до сих пор тяжело переживает утрату. 19 лет без, целая жизнь, и не похвастаться, и не поплакаться, и не прижаться, подписался местный архивный кадр он. Поддержать его в комментарии пришла экс-супруга, телеведущая Ксения Собчак. «Ты здесь прямо маленький Платон», – написала она, намекая, что их совместный сын Платон очень похож на отца. Застала маму на сцене, фантастически красивая и манкая. Видела их вместе в спектакле с Эммануэлом Гедеоновичем. Посочувствовала артисту Олеся Судзиковская. Thank you.